Всем привет, ребята, с вами я, Икера, и сегодня будет необычное видео, так как наконец-таки вышла моя игра на PlayStation 4. Можно так сказать, эксклюзив, короче говоря, от первого лица. Я получил самый первый в мире доступ к альфа-версии этой игры, поэтому вместе с вами сегодня хочу в нее поиграть. Если эта игра вам понравится, обязательно прошу вас, поставьте большой палец вверх под этот ролик. Чем больше лайков будет под этим роликом, тем быстрее я выпущу продолжение прохождения этой игры. Если эта игра вам не понравится, напишите в комментариях почему, что исправить, и разработчики обязательно прислушаются к вашему мнению. Ну, в принципе, это все, что я хотел сказать. Давайте не терять ни минуты и играть в эту замечательную игру. Погнали! Ух ты, я родился! Забавно. Доктор, ну так все же кто у нас, мальчик или девочка? Мальчик, конечно. Поздравляю, у вас мальчик, прекрасный, здоровый сыночек. У нас сын, мальчик, наш прекрасный сынок. Дай-ка посмотрю на тебя. Привет, я твой папа-малыш. Папа, я уже понял. Тебе потребуется имя, верно? Мы с твоей мамой долго это обсуждали. А как тебе нравится имя... Введите имя игрока. Так, ну и как мы тебя назовем? Икера, что ли? Пускай будет Икера, да? О. Думаю, пойдет. Хорошее имя, правда? Отлично тебе подходит. У тебя впереди большое будущее, сынок. Я в этом уверен. Я тоже уверен. Погнали. Пару лет спустя. Не смотри прямо на свет, сынок. Глаза потом будут графон. Болеть. Обучение. Чтобы осмотреться, используйте правый джойстик. Левый служит для передвижения. Ну, идем. Пошли. Подойди ко мне, сынок. Ну, давай. Иди к маме. Добавлю задание. Первые шаги. Иди к маме. Мама. Ничего себе. Боже мой. Такой маленький, а так уверенно стоишь на ногах. А то. Задание выполнено. Слушай, малыш, отлично. Я знаю, что тебе не нравится, когда мама тебя оставляет. Но потерпи немного, побудь тут и поиграй с игрушками. Эй, ты что, меня закрываешь? Нет, выпусти меня с этого вольера. Нет, я не хочу тут сидеть. Выпусти. Так. Открыть. Я понял. Ну ладно, посмотрим, что в этих шкафчиках. Открыть. Ага, и тут заблокировано. Ну, придется играть с игрушками. Опа, кто-то звонит в дверь. Играешься? Молодец. Я сейчас вернусь. Отвечу на телефонный звонок. С тобой а, все будет в телефон. Порядке. Я мигом. Давай, иди, это наш шанс сбежать. Иди, иди. Опа. Отлично. Бежим. Так, ну кровать нам не интересна, нам надо открыть дверь. Так, понял. Открыть. Ага, она заблокирована, да. И куда идти? На стол, что ли? Добавлено задание, загадка стола. Найдите способ залезть на стол. Ну, давайте залезем. Слишком высоко. Ага, надо что-то подставить. О, в принципе, можно взять эту коробку, потом на нее залезть. И он так залезет на стул. Ну, давай. Давай, малыш, тащи. Ага. Ладно, попробуем отсюда. Ага, опа, отлично. Так, давай еще раз. Не хочет. А, я понял, надо обойти ее с другой стороны, чтобы толкнуть. На пути башни. Поломать, конечно. Так, и эту сломать. Опа. Все, теперь я могу пройти наконец-то. Оп. Оп-оп-оп-оп. Давай, сюда. Отлично. Так, теперь сюда. Кстати, энергия расходуется, когда я тащу. Экономнее быть. Так, давай последний раз. Оп-оп. Блин, я застрял. Еще раз.
И еще раз. Отлично. Все, надеюсь, теперь можно залезть. Оп. Отлично. Еще раз. О, супер. Так, а что дальше? Как... А, можно, в принципе, шкафчик какой-то открыть, да? Давай попробуем. Оп. Отлично. Так, прыгнуть. Все, вот мы на столе. Задание выполнено, отлично. Так, посмотрим, что у нас тут есть. Какая-то фотография, ну, давайте посмотрим. А, это типа я в детстве. Прикольно. Так, ну давайте что дальше посмотрим. Ого, какой ноутбук старый. Такой впервые в жизни своей вижу. Что за картинка? Я человек. Давайте посмотрим. А, это книга даже. Короче говоря, я человек, буду жить я целый век. Я силен, умен, красив, я вынослив, не труслив. А какой ты? А, это мои характеристики? Сила. Ну, силу оставим на пятерке пока что, интеллект. Ну, интеллект, я думаю, в этой игре нам не понадобится. Ставим его на двойку, выносливость на троечку качаем. Харизму на троечку. Ну, и все остальное качаем в силу. Как говорится, сила есть, ума не надо. Ну, в принципе, думаю, пойдет. Опа. Ха-ха, маленький исследователь, ты как сюда забрался? Так не ну, надо, не стоило тебя закрывать. А ну-ка, иди сюда. Эй, нет, нет, не надо мне опять... Устал за сегодня. Сейчас пойдем в кроватку и хорошенько выспимся. Нет, 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 у меня еще 70 энергии, я не устал. Куда, куда? Выпусти меня. Спокойной ночи, малыш. Пускай тебе снятся самые хорошие сны. Беда. 13 лет спустя. Ого. Ты что, я типа стал школьником? Детство быстро прошло. Будильник. Семь утра. Выключить или разбить? Давайте попробуем разбить. Ё-моё, вот это поворот. Сынок, давай вставай. Я пошла на работу, а ты смотри, в школу не опоздай. Да, походу придется все равно идти в шикарно. Блин, запаса еды и энергии вообще нет. Ну да, неудивительно, за школьника играем. Вечно голодный, вечно уставший. Добавлю, да, задание школа. Умыться, собрать портфель, приготовить завтрак. Ну, судя по всему, надо первым приготовить завтрак, да? Чтобы запас еды пополнить. Иначе мы так не проживем. Идем к холодильнику, посмотрим, что там есть. Здесь мама что-то приготовила. Да, приготовила. Яичница или доширак? Какой большой выбор? Легкий, но медленный, быстрый, но рискованный. Даже тут доширак меня преследует. Давайте лучше яичницу сделаем. Да доширак его нельзя вообще есть. Так, давай. Включить. Отлично. Сковородочку взяли. Так, ну давай, взять, разбить. Отлично, обновиться. Отлично, завтрак готовится. Теперь пойдем умоемся. Открыть. Отлично. Так, а что у нас осталось последнее? А, собрать портфель. Собрать портфель, собрать портфель. Ну давай. А, надо взять книги, да. Опа, можно компьютер включить. Давайте включим его. Возьмем книги. Можем рюкзак. Все. Теперь посидим немного за компьютером. Блин, у нас же готовится еда, ё-моё. Ё-моё, яичница сейчас горит. Чёрт, чёрт, чёрт. Вруб. Ё-моё.
Запас еды ноль. Запас еды ноль, надо что-то быстро поесть. Там доширак только один остался, ё-моё. Давайте съедим доширак, хоть как-то пополним здоровье. Ё-моё, тряхнулся сразу даже. Угу. Хорошо, что он так быстро готовит. Все, давай, отлично. Опа, дошик готов. Задание выполнено. Все, идем к компьютеру. Так, что у нас на компьютере есть? Играть в кассаут. 30 минут плюс 10 энергии, 60 минут плюс 50 энергии, 120 минус 100 энергии. Ну давайте возьмем 30 минут. Блин, я 30 нажал, какие 60? Кроссаут. Экшен про тачки и взрывы в мире после апокалипсиса. Единственный способ выжить – собрать крутой бронемобиль. Танки, багги, да все что угодно. Добавь огромные пушки, цепные пилы и стань настоящим токсичным королем. В кроссаут сотни различных деталей. Сколоти банду отморозков и отнимай ресурсы у слабаков. Огромная карта мира всегда подкинет работенку. Можешь сражаться с другими игроками или в клановых войнах. Участвовать в рейдах или королевской битве. Торговать на рынке или изучать новые технологии. Недавно в Crossout появился зрелищный сюжетный режим с огромными боссами, который можно пройти самому или вместе с друзьями. Раскрой тайны пустошей. Трать ресурсы на создание новых тачек или улучшение старых. Дай волю своему сумрачному гению. Завоюй уважение различных фракций, и они наградят тебя уникальными навыками, полезными в сражениях. Качай Crossout бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Прикольная, конечно, игра, но сынок, я опоздал. Сынок, и почему ты не в школе? Потому что я опоздал. Играл в игры. Отлично. Game over. Вот такая, ребятки, игра получилась. Если она вам понравилась, обязательно ставьте палец вверх. Чем будет больше пальцев вверх, тем быстрее я выпущу продолжение прохождения этой игры. Ну а с вами был я, Икера. Подписывайтесь на мой ВКонтакте, на мой Инстаграм, на Инстаграм моей мамы. Увидимся в следующем видео. Пока.